Весна попа, трески хвороста, я не спешу людей звать. Я просто утешаюсь Господом, когда мне некому пойти. Я живу отдельным островом, где непрестанно льют дожди. Тогда я утешаюсь Господом. Ведь мой Христос здесь на земле все испытал и был выносливым. Господа, когда не властен избежать нежданного кинжала острова, иду, чтоб сердце бинтовать и утешаться только Господа. Когда мне нужно уходить, укрыв родное пыльной простынью, со скрипом дверь навек закрыть, я утешаюсь только Господа. Ведь мой Христос здесь на земле все испытал и был выносливым. Он смог и все возможно мне, буду утешаться Господа.